Здравствуйте, хочу сегодня снять свой видеоотзыв о пустых баночках, которые закончились у меня в феврале-марте. Начнем с ухода для тела. Тут, смотрите, у меня закончился вот такой вот гель для душа от Yves Rocher, бурбонская ваниль 200 мл. Как по мне, это очень неплохой гель для душа, хороший состав, и цена на него по акциям довольно неплохая, но меня чуть-чуть напрягала крышечка. То есть, когда у тебя мокрые руки, то очень тяжело ее открывать каждый раз. И как бы, если ногтями это делать, то может быть такой вариант, что ноготь можно поломать. Ну, мне это не очень понравилось, но запах очень хороший, очень такой ванильный. Я такие запахи люблю. В принципе, повторю, но у меня сейчас есть еще в запасе тоже этой же фирмы гели, только с другими ароматами. Следующий продукт это Organic Kitchen, скраб для тела, органический экстракт кашемира и органический голубой лен. Если честно, мне попался этот скраб в коробочке Красты Love Nature, и он пострадал, я его, конечно, заклеила, то есть упаковка была разгерметизированная. Я его использовала до конца, в принципе, он неплохой был, но мне не очень нравился то, что когда смываешь его с тела, то вода такая какого-то красного оттенка, то есть они чуть перестарались с красителем. Я понимаю, что нужно соответствовать тому цвету, который на упаковке находится, но не знаю, мне не очень понравилось это ощущение того, что красителей тут очень много. Вот посмотрите, какой состав. Но, если честно, есть подешевле скрабы и получше составом. Но тут хорошо то, что это 100 мл, эта баночка не надоела мне. Скрабило, в принципе, нормально, не очень жесткий, не очень сильно и мягкий этот скраб, ну, такой средний. Ну, если честно, не повторила бы я такой скраб. Второй скраб это от фирмы Душка, сахарно-солевой скраб, натуральная косметика с Одессы. Это скраб жвачка малиновая. Извините за упаковку, она стояла в душе. Но оформление у них очень классное, баночки очень хорошего качества. Но что мне не понравилось, это то, что тут тоже присутствует много красителей, то есть они приблизились к цвету, к малине. И тоже, когда смываешь этот скраб, то все вот это вот красное, вода такая, ну, не очень приятно. Но прикольный тут эффект, то, что реально ты когда тянешь скраб, то консистенция натянется как жвачка, и это так очень интересно. Но под конец вот это вот осталось, оно как груда льда, грубо говоря, и мне, ну, я его не добила, хотя он скрабировал хорошо, и, в принципе, запах был у него очень вкусный, такой малинового варенья. Тоже это попалось в какой-то коробочке красоты, ну, не знаю, так бы я бы, скорее всего, не заказала, поскольку душка у меня как-то ассоциируется с такими очень сильными ароматизаторами и красителями, ну, так оно и оказалось. Но вот именно такой тягучей субстанции, она очень мне импонировала. Интересный продукт, попробовать стоит, но на постоянной основе я бы не заказывала его. Следующий продукт это зимний уход от Мороза и Ветра, крем для лица, защитный с SPF 12. Мне этот крем очень понравился, я его добивала уже, это вторая зима, которую я его использую. Мне очень понравился, я его смешивала вместе с чуть-чуть темным для меня тональным кремом Сахерба. Они как-то друг с другом хорошо усаживались на моем лице. И, в принципе, когда были морозы до минус 20, мне он помогал защищать кожу от ветра, от мороза, от всего. То есть у меня кожа не сильно страдала. Хорошая цена, хороший объем, состав более-менее защитный. Тут есть функции. Скорее всего, повторю, если ничего другого не найду. Но мне этот крем очень понравился. Для защиты то, что нужно. Следующий продукт это такой вот серум для ногтей от Талика. Хотя тут маленький объем, 1,8 мл, но его хватило надолго, я его не закончила, если честно. Тут курс 28 дней, и потом нужно делать перерыв и снова использовать его. Мне очень понравился он, несмотря на то, что его цена довольно дорогая, но я его взяла как-то подешевле, как-то получилось у меня. Состав очень хороший, масло миры, ладана и так далее. И запах у него не сильно такой навязчивый. Вот такой вот спонжик очень удобно наносить на кутикулу, то есть вы ее так как бы увлажняете, и не знаю, он как-то помогал, но если честно, если оно где-то еще будет по большой скидке, то да, можно заказать и еще раз использовать зимой, но если честно, можно просто использовать хороший крем и может быть какие-то масла на кутикулу и просто ее прорабатывать, и тот же эффект будет. Хотя вот это очень удобно для сумочки, для там, не знаю, если где-то в общественном транспорте едете, подкрепить свою кутикулу. Интересный продукт, сделан во Франции, все отлично, но как бы, как по мне, по полной цене он этого не стоит.
но формат очень классный и удобный. Следующий продукт — это полное разочарование, гель-маска для лица от Organic Shop, алоэ и бамбук. Мадагаскарское алоэ, но, если честно, мне оно не очень понравилось. Вроде бы должно увлажнять, смягчать кожу, но мне он вообще не пошел. Вот продукт, извините, вот так он выглядит, то есть гелевая структура. Структура такая специфичная, и вот как бы наносишь его, оставляешь, да, определенное количество времени, но ничего не давала она не увлажняла. Так, ну просто для галочки сделал и все. Но я бы не повторяла этот продукт. А следующий продукт — это продукт от Kiehl's Midnight Recovery концентрат. Ну, не знаю, все хвалят его и так далее, но, может быть, у меня просто кожа не настолько сухая для него. Я его использовала как нужно, но, если честно, тут формат пробника не очень продуманный, то есть я его ставила в холодильник, чтобы он не испортился, и как бы делала затычку вот тут вот, чтобы он не вылился, но, к сожалению, он у меня упал и перелился. Я, конечно, использовала где-то 2/3 этого пробника. Не могу сказать, что он плохой, но очень хорошо ложится на кожу, очень хорошо впитывается и довольно неплохой аромат у него. Но я на себе не увидела никаких супер классных эффектов. Я понимаю, что, может быть, для этого нужно более сухую кожу и так далее, но он мне просто пустышка, если честно, не продукт. Хотя состав хороший вроде бы, но есть вопросы, конечно, к этому составу. Может быть, от Kiehl's какие-то хорошие продукты есть другие, но этот мне не подошел. Очень хороший продукт — это от Hair, если правильно называю, пенка для умывания. Мне она очень понравилась. Тут тестер, если ошибаюсь, тут или 50, или 25 мл, но ее хватило очень надолго. Буквально горошинку нужно для того, чтобы получить пену на своем лице, и она как-то очень классно очищала до скрипа, но не такого прямо скрипа, что хочется потом увлажнять свою кожу еще раз и наносить крема, а вот именно так четко как-то она очищала, и мне очень она понравилась. Возможно, после того, как я добью свои остатки других средств, то закажу еще такой же маленький бутылечек. Хватило мне его на 2 раза в день, по-моему, где-то около месяца, а то даже и больше. Но классный продукт, мне очень понравился. Запах очень классный, и вообще ощущение чистоты на коже было шикарное. Следующий продукт — это мицеллярка от Marcel, если правильно, 3 в 1. Мне, в принципе, он понравился. Мне попался этот продукт в Birchbox, американской коробочке красоты. Если честно, если сравнивать с Garnier, то Garnier чуть выиграет. Но это просто для того, чтобы попробовать что-то новое и убедиться в том, что все-таки Garnier для меня лучше. Ничего плохого она не делала с моей кожей. Очищала, но не так хорошо, как Garnier. Не было сильных отдушек. Но, в принципе, продукт рабочий, если не использовать водостойкие какие-то продукты. Придется это, конечно, буду использовать, но так именно целенаправленно его покупать и искать, то нет. Следующий продукт — это от Lovery BB крем в натуральном оттенке. Мне очень понравился этот продукт, но подкачала упаковка, когда остается тут очень мало его, то нужно вот так вот вытягивать, да, и наносить на кожу, и потом распределять на кожу лица. Ну, мне это не очень понравилось, но продукт хороший. Если упаковка изменится, то буду еще заказывать на зимний период то, что нужно для моей кожи, но не на сильный мороз. На сильный мороз я использую еще другие средства. Так, ну, неплохо. Я знаю, что у них есть еще в таких как бы тюбиках. Вот я думаю, что в тюбиках в меньшем объеме будет удобнее для использования, чем эта баночка. CC-крем от Supergoop. Это классный CC-крем, мне очень нравится. SPF 40, тоже попался в коробочке красоты американской. Хорошие тут солнцезащитные факторы и такие хорошие ингредиенты. Ну, он маленький, но он очень классно перекрывает все на коже, и кожа такая не сильно выделяется маска. То есть как бы хорошо наносится и хорошо распределяется. И отличный вариант, по мне, то оно стойкое средство, и ну как бы не для каждодневного, если честно, макияжа, а так, если на выход, я именно его использовала. Следующий продукт — это мыло от Яка против трещин и ран. Вот это очень классное мыло, мне оно очень понравилось использовать именно в зимний период, когда сильно обсыхают руки от мороза. Вот когда я им мыла руки и наносила на ночь определенное масло на руки, то у меня никогда не было трещин, даже если будет минус 20, минус 10, и я, например, буду что-то клацать на телефоне без перчаток. Это отличный вариант, и как по мне, вот когда оно закончилось, и я продолжала все тем же маслом пользоваться для
рук, ну, на ночь, то все равно вот видно было, что не хватает чего-то еще, чтобы руки сильно не сохли. То есть это мыло как-то влияет на то, чтобы не было реально этих трещин. Вот такой вот состав у нее, хороший состав, кстати. Но я вам рекомендую попробовать, оно не такое дорогое, но отличное по тому, как оно действовало на мои руки. А запах череды, то есть, ну, как бы такой травками пахнет. Еще один очень хороший продукт от украинского марки SUMATE Natural. Это тоник с розой для всех типов кожи, 50 мл. Вот такой вот состав, сделано во Львове. Я не использовала его как тоник, я его использовала больше как гидролат. И мне очень нравилось после него потом наносить дневной крем, а потом уже и макияж. Хороший аромат, хотя я розы не очень люблю, и очень хороший вот этот пульверизатор. Мне понравился этот гидролат, я его еще, скорее всего, закажу, если не найду еще что-то интереснее, чем это. Попробуйте, тут хороший объем, 50 мл, то есть на пробу отлично, и, по-моему, стоит оно где-то около доллара или даже полтора, то есть не очень дорогой продукт. Еще одни отличники, как по мне, это украинская марка Zoop Professional, новая торговая марка на нашем рынке. Мне очень понравились эти продукты. Ополаскиватель, в принципе, классный, но поначалу он чуть-чуть был концентрированный для меня. Но я потом привыкла, и мне, в принципе, все понравилось. Вот эта вот зубная паста мне тоже очень понравилась. Барбарис, лимон и мята реально чувствовалось, но для моего мужа она как-то, когда попадала в гортань, у него началось какое-то першение в гортани. Я не знаю, с чем это связано, у меня такого нету, но у него такое возникло. Рекомендую попробовать, она тоже не очень дорогая, и ополаскиватель тоже неплохой, попробуйте. Последний продукт, это Black Opium Nuit Blanche от Ив Сен-Лорана. Мне попался в каком-то журнале вот такой вот мини-пробничек, я даже не знаю, это мини-пробник или как это можно назвать, но мне очень понравился этот запах, хотя если читать описание этого аромата, то он мне не очень подошел. Но вот так вот как-то, не знаю, то ли у меня такое настроение было, но мне очень понравился этот аромат. Возможно, где-то буду искать отливанты или пробнички. В принципе, это все мои пустые баночки. Если что-то из этого вы использовали, то напишите свое мнение в комментариях. Жду ваши отзывы. Спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока. Удачи вам.